Инициатива главы Калмыкии Бату Хасикова о представлении нашего земляка Андрея Кунакова к званию Героя России продолжает получать положительный отклик среди общественности республики. В ходе специальной военной операции, которую проводит Министерство обороны по денацификации Украины, погиб наш земляк, майор спецназа Кунаков Андрей. Такие офицеры, такие ребята поднимают честь России. Ими гордится страна, ими гордится Россия, ими гордится наш народ, наша Калмыкия. При исполнении воинской задачи он был ранен. Несколько раз ему предлагали сдаться, но в жесткой форме ответил, что русские не сдаются. При выходе был шанс выйти раненым, его могли вывести, но как офицер, как командир он принял решение, что в первую очередь должны выйти подчиненные. Благодаря ему были спасены жизни его бойцов. Он поступил как настоящий офицер, как воин. До последнего руководил операцией и отдал самое главное – жизнь за свободу и честь нашей страны. И мы просто обязаны увековечить его имя в ряду наших героев, героев нашей страны, героев нашего народа, чтобы потомки гордились, чтобы подрастающее поколение воспитывалось именно на таких людях, как Андрей Кунаков. Наш земляк, начальник штаба отряда специального назначения майор Андрей Викторович Кунаков совершил геройский подвиг, оставшись до конца верным своему воинскому долгу. Ценой собственной жизни он спас своих солдат и прорвал окружение противника. Именно благодаря таким людям и таким поступкам всегда стояла и будет стоять Россия. Именно благодаря им у нас с вами мирное небо над головой. Сейчас наша главная задача – сделать все для того, чтобы увековечить память нашего земляка. Казаки Калмыкии выражают искренние соболезнования семье Андрея Викторовича и поддерживают инициативу главы Республики Калмыкия Бату Сергеевича Хасикова о присвоении звания Героя Российской Федерации нашему земляку, майору Андрею Викторовичу Кунакову.